категориях. И вот первое до 85 килограммов. Болгарин Георгий Гордиев вышел на помост в первом движении рывке, когда практически все соперники уже закончили, кроме одного, выступать. И сразу же он вышел к весу 172,5 килограмма. Ну, все правильно рассчитал он? Получается, все правильно. Все правильно. Видимо, будут рекорды, раз такое большое начало. Мировой рекорд и европейский рекорд 178 килограммов в этой весовой. Пока Хустера из Германии. Пока в его активе 167,5 килограммов. И он, наверное, будет главным соперником Гордиева. Причем Хустер потяжелее. В этой весовой категории не выступает греческий спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Пурос Димас. Достаточно справляется с третьим подходом с этим весом. Начал он плохо. Да, он не взял в первой попытке. И вот сразу же на 177,5 килограммов идет во второй попытке Гордиев. Если он сейчас вырвет эту штангу, то он будет опережать на целых 5 килограммов своего места. Будем говорить на 7,5 килограммов, потому что он легче. Даже, да, правильно. Да, фактически на 7,5 килограммов. Так, Гордиев сегодня вот... Видимо, на тренировках поднимал и больше, или равный этому вес. Ну, вот. Надо встать. Очередной мировой рекорд. Да, еще один мировой рекорд на чемпионате Европы в испанской Ла-Коруньи. 180 килограммов в рывке. Болгарин Георгий Гордиев. Мы вот видим, на 7,5 килограммов Гордиев опережает Хустера. И, как вы правильно заметили, фактически на 10 килограммов, потому что он, болгарин, легче, чем немецкий штангист. А вот во втором движении толчке у нового мирового рекордсмена дела идут не столь успешно. Он толкнул в первой 200, а 205 во второй не получилось. В общем, толкает он заметно слабее, чем рвет, да? Да, разница 20 килограмм – это очень маленькая разница между рывком и толчком для штангиста такого уровня, как является болгарский спортсмен. Ну, вот Солдович справился, успокоил своего главного тренера Ивана Абаджиева, вселил какую-то уверенность в победу. Иван Абаджиев не так давно вернулся в сборную европейского рекорда и на 3 всего меньше, чем мировой. Ну вот возьмет, он второй год подряд станет чемпионом Европы. Нет, чемпион болгарин. Мы с вами затихли. Явно мы хотим поехать, да? Да было бы интересно. Вот вам, пожалуйста. Смотрите, как он сейчас будет радоваться. Он очень хорош, вот на эти все штучки. Смотрите, он бьет там. Молодец, мужик. Показушник страшный. Смотрите, делает. Ну, показушник, не показушник, а радость, радоваться действительно есть чему. Конечно, конечно, конечно. Он проигрывал, мы говорили, 10 килограммов после рывка. И отыграл эти 10 килограммов. Потом расстреляет всем. Установил новый рекорд Европы 215. И в сумме у него 387,5 килограммов. Он отодвигает мирового рекорда.